На втором ковре победил Иван Понюхин, Уральский федеральный округ. На второй ковер вызываются Николай Мухин, Дальневосточный федеральный округ, Харун Тлишев, Южный федеральный округ. Готовятся на второй ковер. Хажи Акбар Рахимжанов, Дальневосточный федеральный округ, Амыр Чадин, Уральский федеральный округ. На первом ковре победила Ирина Алексеева, Уральский федеральный округ, и вышла в финал в весовой категории до 72 килограммов. Вторая полуфинальная встреча приглашается на первый ковер. Анастасия Хомячкова, Центральный федеральный округ, Татьяна Зенченко, Дальневосточный федеральный округ. Готовятся на первый ковер. Женщины весовой категории до 60 килограммов, полуфинальные встречи. Яна Костенко, Светлана Бурцева. Жестче руками, жестче руками!
рабочими руками. Да-да-да, вот так дергай, 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 дергай. Он нас время уходит. Дергай, дергай, дергай же, дергай. Он нас два балла на. Вот из носа, давай, забирай. На третьем ковре победил Арамет Гукев, Уральский федеральный округ. На третий ковер вызывается Евгений Сухомлинов, Дальневосточный федеральный округ. Александр Бондарев, Приволжский федеральный округ. Готовится Андрей Баранов, Михаил Мохнаткин. На ковер номер 3, мужчины весовой категории до 100 килограммов, боевое самбо. На четвертом ковре победил Евгений Морозов, Центральный федеральный округ. На четвертый ковер вызывается Андрей Зайцев, Южный федеральный округ, Дмитрий Игнатенко, Дальневосточный федеральный округ.